Итак, всем трем и доброго времени суток, это канал Лэйзи Дмитрий Ленивый Я. Если уж тебя каким-то чудом занесло сюда, то поставь лайк, дизлайк, напиши что-нибудь в комментариях, на канал подпишись, видео до конца досмотри. Короче, поучаствуй, тебе не сложно, а мне поддержка, блин, как тут звук-то поправить, уже забыл, честно говоря. Тулс, графика, ай, ладно. Ладно, играем на нормале. Lion King. Старт. Точно. Так. А, точно. Ну-ка, сколько там? 50, нормально. Ну что? Что такое? А, ну да. Да. Эй. Все? Ты заработал? Так, так он рычит, так он прыгает. Так он бежит, так он катится. Ну что? Нет. Падаем. Апс. Инкс. Эх, одна из тех немногих игр, которые, по-моему, всегда будут нравиться. Даже вот... Ай! Зачем так делаешь? Ай, зачем же я так делаю? А, он тут не может запрыгнуть? Вот все раз. Ну, я думаю, с мультфильмом «Король Лев», а в обозримом будущем и с фильмом знакомы все. Жуки взрываются. Камикадзе хреново. Так, вот тут там как-то наверх можно залезть, я только не помню как. Ну ладно, видимо сверху. Уже, честно говоря, подзабыл все эти моменты. Нет, не здесь. Так, этот жучок у нас повышает количество хп. Ты что ты, блин, слепая жопа? А, ну да. Ждем сейчас. Сейчас. Рычалка наша наполнится. Он там слева. Наверху. На бабочку он отвлекается, типа. Так, F5. Опа! Вот это очень полезный жук, ребята. Настолько полезный жук. Страшно представить, насколько. Опа! И этот тоже. Цыц. Опа. Самые страшные враги Симбы. Ну, тут типа секреточка. Так, нет, ждем. А тут есть маленькая хитрость. Такая очень маленькая. Опа. Да блин. И, по-моему, также отсюда... А, нет. Забыл. Как отсюда выбраться-то? Кто помнит? Сюда, что ли? Да. Тише. Ну-ка. Мне показалось или нет? Блин, мне показалось, там мелькнул жук очень нужный. Жучок синего цвета. Могу ошибаться, могу ошибаться. Скорее всего, это была просто вершина горы. Ладно, в топку. Не хочу. Не хочу. Опять бежать туда-сюда. Время терять. Тяжело играть в эти диснеевские мультики, блин. Точнее, в эти диснеевские... В эти игры по диснеевским мультикам. Ну, хорошо. Дотянулся. Что в этой игре приятно, это вот эта возможность посмотреть вниз и вверх. То есть вверх, вниз. Ну, еще забавная анимация, когда Симбе нечего делать. Стоишь, ничего не делаешь. Why? Котенок. Что с него взять? Ладно, пойдемте. Будем считать, что я... Ай! Не взял полезную штуку. На, получи фашист-гранату. Брось. Вот тебя.
Да, все, на что падает свет, все наше, все мое. Ну, так вкратце, если. Ой, терпеть не могу эту штуку. Тут проблема вот в этих медленных жуках, которые... О, повезло. Блин, ну все равно. Ну ладно, хрен с ним. 29 сойдет. У меня бывали, скажем так, случаи, когда получалось собрать всех. Поникс, поникс, поникс. А вот в мультике они голову задирали не для того, чтобы тебя скинули. Так, сейчас надо вспоминать. Дальше я сейчас пока не пролезу. Во-первых, по-моему, нужно вот эту хрень подвинуть. Ага. И вот эту. Так. 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 И... Ага, все правильно. F5. Как прыгать-то? Ага. И, присгибаться. Что-то... Опа. Аладдин я уже пересмотрел. Теперь придется, видимо, и этого. Он ему за ноздрю зацепился, вы понимаете? F5-ка. А тут я не помню, тут будут показывать, что пригибаться или нет. По-моему, нет. Да, здесь такого нету. Так, тут пригнуться. F5-ка. Один прыжок. F5. Ой! F8. Самое неприятное — это двойной прыжок. Пригнуться. F5. Пригнуться. Прыжок. Двойной. F5. Все, хорошо. Так, а вот тут у нас Бунцк, 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 Бунцк. Да куда ж ты? Положь на место. Так. Помню, у меня все время на одном картридже игрушка глючила, что трындец. И в итоге, как бы это сказать, ага. И в итоге вот эти бревна, которые должны были там всплывать, они не всплывали. Их не было. Так, в другую сторону. Так. Как же здорово быть королем. Так, подождите. Чё-то я забыл. Правильно-то. Как тут правильно-то? Кто помнит, а? Не помню. Так, вот тут он меня сбрасывает. А, тут же еще один носорог. Ёшкин кот, блин. Вот я балбес. Так, вот сейчас он меня, по-моему, должен... Куды? Так, а теперь, по-моему, с тебя, нет? Или он тоже сбрасывает? Да, это бесполезно. Ай! Ай, блин, сорян. Подхотел же сохраниться, а? Так, носорог за номером этот. Так, поехали. Угу. Все правильно. Мартышки. Львенком играют.
Тебя мы переставляем. Как же здорово быть королем. Что-то такое они там пели, по-моему. Вот, а теперь нужно вот эту мартышку подвинуть. По-моему, вот так это должно быть. Я не уверен, честно. Могу ошибаться. Нет. Буду бегать и скакать. Тогда так. Жалко, вон ту синюю букашку что-то взять не получается, к сожалению. Они меня через нее перебрасывают. Так, окей. И обратно. Ага. Теперь вот эту надо поменять, да? Насколько я понимаю. Пять. Опа. Ну и куда мы сейчас полетим? Угу. Ну, по-моему, так. Вроде бы. Могу ошибаться. Мультики Диснея, блин. Придется пересматривать, честное слово. Эй! Ага. Упс, сорян. Ай. Поставь меня на место. Подождите-ка. Получается, ту дальнюю еще раз, что ли, надо подвинуть, или что? Что-то я заплутался слегка. Сейчас попробуем. Так, ну-ка, куда ты меня подкинешь? Туда, куда не надо, да? Нет, значит, не здесь. Окей, и кого из вас надо двигать теперь? Попробуем так. А, вот. Вот теперь правильно. Ай, фактуем. Собрать тут всех жуков у меня никогда не получалось. Вообще никогда. И тут сразу, мать ее, за ногу две гиены. Тише. Там. Сдохни. Ух ты. Плюшевый ублюдок, а? Давай. Ой. Как так? А мне разве не сюда? Да. Вот теперь. F5. Там. Та-да-дам. Там. Ага. Ну чего, Михалыч? Кстати, вот этого жука есть нельзя, смотри сейчас. Опа, жизнь мне покоцал. Я, кстати, до сих пор не понимаю, нафига тут ввели этих ядовитых жуков. На мой взгляд, несусветная глупость. Опа. Давай, прыжок. Ну, прыжок. Ой, так. Вот как-то можно запрыгнуть туда. О, во. Все эти вещи надо собирать в обязательном порядке. Ну, по крайней мере, стараться. Так. Тише. Нет у вас в головах ничего. Ага. Ну-ка. Грядущее вас успокоит. Нет. Я ж помню, что тут есть какая-то секретка. Подождите. Сто пудов помню. Вот там, да, наверху, но я не помню, как на нее попадать. Опа. Получай. Вот, кстати, это минус нормала. То есть на изи здесь играть именно проще. В плане того, что... Как это сказать? В смысле? Ну как. Один для большинства противников нужен только один удар. Тише. Опа. Но. Шел вон. Выпрыгнул.
Так, дальше нам надо. О, да, вспомнил это дурацкое место, где он хоть ты лопни, хоть ты тресни, не зацепится, вот, ну, никак, вот, вот это место, он не будет его цеплять. Ладно, к черту. Неохота возиться. Что такое? Там. Получай. Куда ты, ёшкин ты, Котов? Почему? Подождите, а почему не цепляется? Я ж помню, что тут можно запрыгнуть. 6. Так, стоп. Да. Тыц. Тыц. Вот. Так, F5. Я же... Ой, дурацкое место. Здесь как-то можно, короче, взять там наверху еще одного жучка. Вот. Но я, честное слово, не знаю, как это делать. Я правда, я просто не знаю, как правильно тут поступить, чтобы его взять и не нарваться, скажем так. То есть я просто этого не знаю. Так, 5. Нет, сюда мне не надо уже. Окей. Пятка. Есть. Там-там-та-та-дам. Так, F5. Понял. Так, я тебя возьму. Да, это то самое место, куда ты запрыгиваешь, нам сюда не надо. Хватит кусаться, прыгай давай. Так. Ну я, конечно, далеко не все взял. Эй! Скотина. Чтоб тебя. Так, вот тут как-то можно вот туда попасть, но... Чё ты, эй? Как-то здесь можно вот туда вниз провалиться, но я, честно слово, не помню. Я просто не помню, как это сделать. Ну ладно, это не суть важно. Брысь. Брысь. Ну вот мы как бы вернулись к тому, с чего начали. Да ты вы заколебете, блин, а? Одна дышит, другая не дышит. Даже еще одна, что ли? Три твою, сколько их здесь, а? Вот зараза, блин. На ребенка нападают. Да ну... Прыгай. Блин, насколько же проще все-таки за взрослого проходить. А наверху сидит гадость. Вон там. Дядюшка Шрам.
Та-там-та-та-там-та-там. А, опять ты. Ладно, давай. Чего? Какие-то там угрозы нашел. Вот ты, блин, вовремя, приятель, а? Просто капец. Ну, как... С ума можно сойти, а? Насколько это было вовремя? Хорошо, что сохранился незадолго до этого. Ничего. Ой, сорян. Вот эти медленные жуки, это самая гадость просто. Какая только может быть. Обидно до невозможности. О, опасный момент. Очень тяжеловато определять, где они скачут, где нет. Да, то есть видите, да? Я просто не понимаю, что, например, он идет по крайней или... по самой крайней или не по самой крайней. Так, прыгать умеем, да. Тут иногда бывают камни. Тише. В мультике это был дико напряженный момент. После этого погиб папа Симба. Да, раньше Дисней умели наводить шорох. Вот твою-то мать. Одна из самых мощных смертей. В истории кинематографа и не только. Да блин, ты чё? Долбаный травоядный тупорылы. Да когда ж я добегу-то уже, хорош. 5. Да блин, тупорылы это корова, а. Чё, зверель, что ли, хорош? Когда мы уже убежим-то? О, убежали. Убить его. Ура! Паинк. Такая счастливая. О, очень неприятная миссия именно тем, что здесь постоянно сверху что-то падает на тебя. Не знаю, кто это придумал, но ему в аду надо отдельный, так сказать, памятник поставить за это дело. Что за бред? Да, что-то не прыгай. Алло. Ты чего? Че у меня с управлением? Что за глюки на пустом месте? А, ясно. Это не страшно. Идеально просто сохранился. Вниз, как вы видите, лучше не падать. Да ну тебя нафиг, блин, Симба. Кстати, по-моему, опять. Хе-хе, хитрость. Маленькая, но все ж таки хитрость. Да на, получи, барсук. Да твою-то мать, ну... Ну ты чё, чувак? Не делай так. Залезть.
Так. Так, а тут я не помню, в чем приколюха. Приколюха явно в чем-то есть. Ого, нормальный мой рык-так. Ладно, в топ. В конце концов. Из-за каждого исчезнуть дикобраза. Опа, 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 вверх. Класс. Класс. Просто супер. Да ты чё? Так. Пять. И тут мы сбегаем. Если вернешься, мы убьем тебя. А, никогда не возвращайся, а то убьем. Акуна Матата. Куды? Не понял юмора. Забавный уровень, на самом деле. Тут, потому что если правильно ездить по всем вот этим вот водопадам, то можно находить всякие секреточки. Вот. И секреточек тут довольно много, будем честны. Их реально дофига. Даже надо думать, что ты типа просто бегаешь тут. Нет, ребята, тут все гораздо интереснее. Есть такие вот прыгающие мрази, которые куда-то пропадают. Ха, странно. Другое дело, что большинство местных секреточек, ну как бы это сказать, ах ты, скотина. В принципе, плевать. Тебе поплююсь. Большинство местных секреточек не слишком, как бы это сказать, не особо-то хочется их получать. То есть, как бы ты залезаешь куда-то очень далеко, а потом бац, выясняется, что тебе там нужно через полкарты, блин. Вот видите, например, вот сейчас вот. Вроде взял, но теперь опять нужно вот это все паново проходить. Плюс внизу эти долбанные тараканы. Тоже эти погрызть пытаются. Получи. Так, здесь, по-моему, еще что-то полезное. Нет? Вот, раз. Вот, и здесь как куда-то надо ехать. Вот я честно не помню, куда. Тут можно сверху спрыгнуть. Есть такое дело. Стоять. О, блин, я помню эту миссию. Чтоб ее. Ну, конечно. Эй, ты, подожди, а что такое? Да, блин! Че так? Ну, блин, Симба. Тише, пассатижи. Да, ну ты чего, парень? Ну как это работает, а? А, по две сразу топит, нормально. Ты же толстожопая, а? 8. Ну, тут такой передых небольшой. Тут главное поймать нужные бревна, опускающиеся, и по ним идти, по этим медленным, если я ничего не путаю. Вот хрен-то там, да? То есть вы заметили, да, что некоторые бревна, они, мягко говоря, чуть медленнее остальных. Ну, чего ты не запрыгнул сейчас, а? Застреешь на одном месте. Просто физически не можешь подняться. Смотрите, я уже полчаса прыгаю на одном уровне. Я не могу подняться наверх. Ой, дрить твою направо.
Ну куда ты, мелкий? Твою. Вот это вот медленное, надо брать его. Ну что, и почему? Чего ты сейчас не залез на него? Объясни, пожалуйста, кудрявый. Что? Ну то что? Что тебе не нравится? Ну... Нет, да? Ну почему? Ну давай догоняй ты меня уже! Ну да ядрить твою направо, давай! Ядрить твою налево, а? Направо и вдоль и поперек. Да Симба, ну ядришь ты чтоб тебя, а? И все равно, ну, падает. Ну сейчас-то что? Ну ты чё, парень, а? Ну давай, давай, мелкий. Цепляйся ты за неё, блин, ну... А-а-а, как это бесит этот уровень дурацкий. Почти. Фу. А теперь прикол. Можно спрыгнуть вниз, чтобы взять вон того. Есть. Ну, не обязательно, ладно, вру. Не настолько все плохо. Ой, как в свое время бесил этот уровень дурацкий. В смысле, ты чё? Так, тут что-то есть, нет? Странно. А мне казалось, есть. Причем на Сеге, насколько я... на Денди, точнее, Лион Кинг, вот на этом уровне заканчивался. Ты просто поднимался наверх, и все. Все для того, чтобы опять не спуститься. Ты не охренела? Пулемет, блин. А, так, стоп, а куда дальше-то? Эй! Тут что? Ясно. Ну давай, давай, залазь. Козявочка. Сучка, а? Ты что делаешь? А чё за хрень? Нормальная ситуация. Ясно, залазим, помираем тогда, чё ещё делать-то? Ты же думал, что все настолько... Слышь, ты! Тебе кто принца разрешил бить, а? На!
Симба, не тупи. Слушай, ты не охренел? Дядя. Да пипец, ты смотри, что делает, а? Давай, давай, катись отсюда, жирный. Бляха, ты муха. А, все. Чуть-чуть. Давай, иди отсюда. Обезьян, блин. Да-да-да. Бак тот. Любимый, мать его, за ногу. Не, ну вот он прикалывается, нет, а? С самого начала. Айда, пошли медленные. О, жизнь, подарок. Хоть что-то полезное. Я вообще, честно говоря, не очень понимаю смысл сбора вот этих жуков. Просто я как-то раз... Я, конечно, никогда не добирал 99, например. Но, блин,